Nighticore i2 – это интеллектуальное универсальное зарядное устройство, единственное в своем роде зарядное устройство, которое позволяет заряжать все типы аккумуляторов и их виды, такие как никель-металл-гибридные аккумуляторы с напряжением 1,2 вольта, литиевые аккумуляторы с напряжением 1,7 вольт и никель-кадмиевые аккумуляторы с напряжением 1,2 вольта. Nighticore i2 имеет два независимых канала заряда и представляет собой упрощенную версию Nighticore i4 и с единственным отличием только в том, что имеет лишь два канала независимых канала для заряда. Каждый из двух каналов зарядки Nighticore i2 дает ток заряда на аккумуляторах в среднем около 500 мА. Зарядное устройство Nighticore i2 имеет индикацию заряда аккумуляторов по каждому из двух каналов и может заряжать автоматически любые виды аккумуляторов, при этом сам определяет их тип и, соответственно, вольтаж, а также необходимый ток, которым их нужно зарядить в данный момент. Имеет встроенную защиту от перезаряда и в случае полной зарядки батареи автоматически отключает каждый канал независимо. То есть если на этом канале батарея уже зарядилась, на этом еще нет, зарядка автоматически отключит первый канал, а второй продолжит заряжать до зарядки аккумулятора. Из особенностей: полностью два независимых канала с индикациями. Он является полностью автоматическим устройством, сам отключает каналы при полной зарядке батареи, имеет качественное охлаждение, что позволяет работать зарядки практически бесперерывно, может заряжать разнотипные аккумуляторы с различным номинальным напряжением и текущим зарядом и разрядом, предназначены для зарядки более 15 типов элементов питания, такие как литий-ионные, никель-кадмиевые, никель-металл-гибридные. Ток зарядки меняется в зависимости от числа одновременно заряжаемых аккумуляторов и текущего состояния зарядки. Имеет прекрасное качество сборки, специальные мышцы для устойчивости. Не скользит, имеет прекрасное качество сборки и высокую надежность. Так, зарядка происходит следующим образом. Батарея, к примеру, 18650, вставляем, соблюдая полярность, внизу минус, вверху плюс, подключаем питание и наблюдаем процесс старта. Как мы видим, первая ячейка для заряда определилась как литий-ионная, ток, текущее напряжение 3,74 вольта, текущий ток зарядки 500 мА и время заряда пока что прошло 0,0 минут. Текущий статус заряжается. Вот наблюдаем мы сейчас зарядку, да? Уже до 3,78 вольт буквально за пару секунд. В среднем такая батарея заряжается, ну, в течение получаса-40 минут. С левой панели имеем кнопки для выбора слота и режимов. При нажатии получаем время зарядки,
текущий ток зарядки 500 мА и текущее напряжение 3,81 вольт. Таким образом переключаемся. Этой кнопкой мы просто выбираем слот, на котором хотим посмотреть информацию.